Всем привет! С вами канал MIUI Pro. Продолжаем рассматривать часто задаваемые вопросы. Сегодня это сделано в виде рассмотрения вопросов из ВК. Сделали небольшую подборочку и сейчас все это вам покажу и расскажу. В первую очередь, на что хотелось бы обратить внимание, это на то, что на странице есть поиск. И если у вас есть какие-либо вопросы, то в первую очередь, естественно, лучше воспользоваться поиском. На 90, даже 99%, мне кажется, что вопросов вы сможете найти ответы на через поиск. Вот видите, я вам сейчас показываю, как этим поиском воспользоваться, если вы не знаете. Нашел я, написал тут статбар и нашел большое количество ответов. Ну, чуть-чуть попозже мы этот вопрос разберем. Видите, большинство из них одно и то же спрашивают. Итак, сейчас я буду показывать скрины со стены ВК и сразу отвечать на этот вопрос, показывать, так сказать. Вот наш первый вопросик. Итак, первый вопрос. Статус загрузчика заблокирован в системе. Вы видите, да? Все нормально, не бойтесь. В прошлый раз я рассказывал, показывал немножко Magisk Manager. Говорил о том, что он прячет root от приложений. Вот. И он также прячет статус загрузчика от системы. То есть система думает, что загрузчик заблокирован. На самом деле все нормально, он разблокирован. Вот этот Magisk. Еще раз вам его покажу. Рассказывать про него не буду. Может быть, когда-нибудь сделаем отдельный обзор Magisk и что с ним делать. И как. В общем, насчет загрузчика все нормально. Все хорошо. Далее. По поводу Face ID, разблокировки лица. Тут вот комментарий прикольный. Вот. Мы не из-за своей прихоти отключили, то есть убрали эту функцию. Сейчас на данный момент китайцы изменили код и пока нет возможности добавить Face ID. Как только это будет возможно, мы это сделаем. Сразу же. Мы сами хотим этого. Так, далее. Вот такая вот ошибочка. Очень часто ошибка. Я вам расскажу почему. В принципе, вон там в логе написано. Сейчас, вот, видите лог. Там написано, что невозможно понизить версию базы. Почему? Потому что вы, скорее всего, переходили с еженедельной на стабильную прошивку. Без чистки даты. А в еженедельной была установлена более новая версия приложения. Поэтому база не подходит, база не может подхватиться. Ответ прост. Ставить, если вы хотите ставить стабилку, ставьте с чисткой даты. Вот и все. Это может быть не только там галерея, может быть звонилка еще. Ну, по разным приложениям это выскакивает. В зависимости от какой базы не подходит, от какого приложения. Здравствуйте, прошивка стабильная. А, вот, значок не может поменять. Сейчас я покажу, где это находится. Это очень просто. На самом деле вы просто не изучали настройки телефона, наверное, никогда. Поэтому вы этого не знаете. Идем в настройки. Экран. Скроллим в самый низ. Там будет пункт дополнительно. И вот здесь видите, меняет цвет текста. Три варианта: по умолчанию, градиент и свой цвет. По умолчанию после прошивки стоит градиент, поэтому он, так сказать, цветной. Видите, там есть различные, в зависимости от диапазона процентов. Можно выставить свой цвет от 100 до 80, 80 до 60 и так далее, какой вам понравится. Ну, либо поставить по умолчанию, тогда будет не цветной, а обычный черный, либо белый, в зависимости от фона. На самом деле очень просто. Многие просто, видимо, не хотят искать. Видите, вот я меняю свой цвет. В принципе, можно довольно красиво выставить. Все будет видно. Ну, кому как нравится. Поэтому мы добавили этот пункт, что кому-то нравится черный, кому-то нравятся цветные. Далее. Вот, очень интересный вопрос.
после. Сейчас я вам покажу почему. То есть даже как это выглядит. Вот. Видите, притемненное. Я не мог этого добиться, попросил человечка, чтобы он мне сделал видео, как эта строка статбар затемнен. Я сколько не пытался, сделать не смог. Ну, в принципе, причина выяснена. Сейчас я вам расскажу почему. Есть такой клиент Телеграма плюс менеджер. Так вот, вы устанавливаете этот клиент Телеграма, потом к нему вы устанавливаете, вот он, устанавливается еще одно приложение, темы для Телеграма. И вот связка этих двух приложений дает вот такой эффект. Удаляете оба эти приложения, все будет нормально. Или как бы используется другой Телеграм. Либо не используются темы, ну, вариантов. Может быть, еще чего-то не знаю, но факт в том, что это дает эти два приложения. Далее, Яндекс.Карты не скачиваются. Ну, очень часто тоже этот вопрос задают. На самом деле здесь ничего сложного нету. Есть такое приложение загрузки, системное приложение, с помощью которого все загружается в телефон. Вот, в его настройках надо отключить ускорение загрузки. Смотрите, повышение скорости загрузки. Он поначалу включен, вы его отключаете, и все, все карты Яндекса будут качаться, никаких проблем не будет. Вот. А сейчас я вам расскажу одну интересную ситуацию с приложением темы. Даже не с приложением темы, а с сеткой рабочего стола. Вот. Я знаю, что вы часто ходите на нетрадиционный форум, вот, качаете там различные темы. Наверное, есть такие темы, знаете, такие мощные, под 100 метров, 100 мегабайт, там в шторке такие мощные кнопки, круглые, рельефные, 3D и так далее. Вот вы скачиваете такую тему, устанавливаете ее. Затем ходите на рабочий стол и видите, что изменилась сетка рабочего стола. Смотрите, изначально есть такая настройка. Вот видите, у нас мы ее добавляли специально. Сколько вариантов сетки рабочего стола? Много, до 6 на 7. И есть еще, да, на рабочем столе делаем щипок, и тут есть настроечка такая, два варианта: 4 на 5, 4 на 6. Вот теперь я устанавливаю, я специально скачал тему, импортировал ее, тема, которая меняет сетку рабочего стола. Вот я ее применяю. Тему. Все, применили. Смотрим. Сетка рабочего стола изменилась. Теперь она не 4 на 5. Абсолютно. Тут уже, наверное, 6 на 5. 5 на 6. Вот, видите? Исчезла настроечка. Нету ее. Идем в настройки, там, где мы добавляли свою настройку. И здесь ее нет. Видите? Я просто установил тему. Что можно сделать? Не пугайтесь, это мы не виноваты. Виновата тема, автор темы. Компоненты темы выбираем и рабочий стол делаем по умолчанию. Стандартно. Все, теперь ваша тема, она как бы остается, там шторка и так далее. Но рабочий стол идет стандартный. Все, видите? Теперь наши настройки везде снова появились. И здесь, и в настройках рабочего стола варианты, различные сетки. Вот, все, все на месте. Еще один момент. Очень просили меня его рассказать про активацию сим-карт. Вы загружаетесь, активация не происходит. Для того, чтобы нормально активировать, если у вас не активируется, переводите систему на английский язык, а сим-карты быстренько активируются, потом снова переходите на русский. Все будет нормально. Этим вопрос действительно очень часто задавали. Все, всем добра. С вами был MIUI Pro. Всем пока.